Всем привет, с вами TFPro, и сегодня покажу вам мод на мебель для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, мод просто очень прекрасен. Мод добавляет нам такие вещи. Первая вещь — это корзина, в которой мы можем выбрать любую вещь. Сейчас я выкину вам, покажу, как она работает. Для этого нужно тапнуть любую вещь по корзине, и наша вещь пропадет. Сейчас я выкину все свои цветные стекла, и в том числе выкину эту доску. Как видите, у нас все выкинулось. Вот такая тумбочка, вот такой новый ноутбук, через который мы можем что-нибудь купить или что-нибудь обменять. Также такая плита. К сожалению, мы не можем с ней ничего делать. Холодильник, еще одна тумбочка и телевизор, который мы можем включить, а также выключить, если он нам надоел. Тут такая доска кухонная, такой столик и тут такая еще микроволновка. Вот здесь еще одна плита и вытяжка. Так, есть у нас такое радио, которое, к сожалению, тоже включается. И есть у нас еще стиральная машинка. Кстати, вот есть такой же новый блок. Называется... Забыл, как называется. Каменные дорожки. И также вот есть новые цветные стекла. На самом деле их там больше. Но я показал всего лишь 3 вида. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.